Скажите, пожалуйста, все из вас знают историю Золушки? Да? Да? Кто скажет про нее что-то? Она потеряла туфельку. Дальше что? Уже начало положено, дальше. Она после 12 превратилась обратно. В кого? В... ну... заморожку. Сегодня премьера нового фильма «Золушка», да, о Золушке 2015 года. Что вы ожидаете? Что вы любите? Что вы хотели бы увидеть в этом фильме? Вот что вы себе думаете? Какая будет Золушка? Красивая. Я думаю, что Золушка там будет красивой. Какая Золушка вообще сама по себе? Добрая. Да, добрая. Красивая. Туфельку и примерила всем женщинам, и она оказалась по ее размеру. Да? И потом что стало с ней? Она вышла замуж за принца. Ну это же веселый конец, правда? Да. Счастливый конец. Мачеха недобрая. Недобрая мачеха. Мачеха злая. Ясно. Как вы думаете, вам понравится сегодняшний фильм? Ну, я в этом абсолютно уверен. И надеюсь, с вами еще увидеться в следующий раз. Да? Да. Спасибо да? вам, всего доброго. Спасибо. Элла, даже в твоем мизинце больше доброты и великодушия, чем у иных людей во всем теле. Это мамино старое платье. Как можно ехать на бал в этих старых и драных лохмотьях? Забудь о бале, твое место тут. Душа моя, что за слезы? Кто вы? Так-то лучше. Моя фея крестная. Так, где мышата? И при всем при том, удобные. Но вперед на королевский бал. Все на вас смотрят. Поверьте мне, все смотрят на вас. Где вера в добро, там и доброта. А доброта — это и есть волшебство. Я должен ее увидеть. Не это ли ты ищешь? Имя Меска Алексей, Дмитрий Вастро. Каролина. Емиля. Емилия. Евелина. Евелина. Foarte frumoasă fete și nume frumoase. Deci ați vizionat premiera Cenușărese din 2015. Istoria o cunoașteți de foarte de mult timp. Ce nou? Ce v-a surprins mai întâi dumneavoastră, apoi vedem și copiii? E foarte ferm, foarte emoționant. Eu să vă spun ce este, am ieșit cu lacrimi de acolo. Le spuneam fetițelor că voi încă nu înțelegeți toată magia asta a filmului. Multă magie, multe efecte. Nu știu, poate ele încă n-au trăit dragostea ca să înțeleagă toate momentele astea din film. Foarte frumos. Ție ce ți-a plăcut cel mai mult în film? Când Zina Ursitoare a făcut-o să ducă la bal. Clar. Magie, magie, da? Și tu ce spui? Rochea. Rochea, cel mai tare rochea. Care nume? Care Cenușăreasa a fost la bal. Clar. Dar îndeoște filmul în întregime, te-a surprins, nu te-a surprins? Ce emoții ai trăit îndeoște? De bucurie când Cenușăreasa a putut merge la bal. Ceva nou, ceva ce v-a surprins, v-a plăcut, nu v-a plăcut? Da, foarte mult. Adică, într-adevăr, trebuie să credem, să fim buni și să avem curaj. Și atunci o să reușim în toate.